Говорить о том, какие веса нужны, малые или большие, для того, чтобы прочувствовать и накачать мышцы, просто глупо. Вы по-любому должны использовать максимально возможные для себя веса в заданном количестве повторений. Что же касается чувства работающей мышцы? Все очень просто. Нужно просто-напросто дополнительно напрягать те мышечные группы, которые вы прокачиваете. Тренируете грудь? Не ждите, когда вы что-то делаете и где-то что-то напряжется. Используйте хороший максимальный вес. Но при этом сначала напрягайте те мышцы, которые хотите прокачать. Что качается с бицепсом, еще проще. Нужно сжимать гриф штанги и напрягать бицепсы. Попробуйте, и у вас вообще не возникнет никаких проблем ни с хорошей прокачкой мышц, ни с ощущением мышц под нагрузкой.